хуторе Ларинске Алексеевского района Волгоградской области состоялась церемония открытия мемориальной доски, посвященной участнику СВО, старшему сержанту полиции Алексею Гронову, погибшему в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО. Мемориальная доска установлена на стене школы, в которой учился погибший ОМОНовец. В память Алексея Гронова пришли почтить главы района и сельского поселения, сослуживцы, одноклассники и друзья, ученики школы и жители хутора. В церемонии также приняли участие отец и вдова старшего сержанта.